Надвор'я не спрыяла, але зерня будзе больш. Такімі прагнозамі на сёлетні ўраджай падзяліўся старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей. Сёння губернатар прыняў удзел ва ўшаноўванні экіпажаў тысячнікаў на сельгаспрадпрыемстве «Новая Ніва» Лельчыцкага района. Аб сельскагаспадарчых планах і умовах працы аграрыяў сюжэт Марыны Джалай. Высокі вынік на рахунку экіпажаў Сергія Лася і Сцяпана Лознюка, Ігара Заразакі і Анатоля Казаченкі. Вадзіцелямі тысячнікамі сталі Артём Фіц, Валерий Савченко и Андрей Куцев. Не первый год на комбайне. Всегда так вроде нормально работаем. В лидерах постоянно. Но первый год, что набрали 1000. В этом году у нас погодные условия такие хорошие повлияли. Зерно налилось. В моем лидерстве весь коллектив принимает участие. Я же без, ну, они набирают, молотят, я перевожу. Каб завершить жниво у Лельшицким районе, потребны еще тыдень. Тут уже намолотили свыше 16 тысяч тонн сбожа. Это перевышая летошний выник. Усяго на палетках района плануют собрать сбожа на треть больше, чем у 2018-м. Урожайный шакается на 7 центнеров с гектара больше. Невзирая на погодные условия, коллективы механизаторов, водителей, в этом году подобраны достойные. Хочу их поблагодарить за эту работу, за трудолюбие, за ту работу, которую они сегодня проводят, и каждодневный кропотливый труд. Усяго у господарка Гомельщины 34 экипажи намолотили свыше 1000 тонн зерня и 2 больше 2000. Перевезли свыше 1000 тонн больше 90 водителей. Свыше 70% площадь, отведенных под зерни, в регионе уже убрали. Намолот склал амаль 540 тысяч тонн сбожа. Летось у такую пару было на 100 тысяч меньше. Позиция Гомельского бысполкома и профсоюзных организаций, например, то, чтобы не обходить мимо людей, которые сегодня непосредственно заняты в производстве. Потому что они вносят весомый вклад в наш каравай. Не только в хлеборобном деле, но и в других направлениях, которые необходимы. Сегодня, чествуя наших тружеников, механизаторов, комбайнеров, водителей, мы в первую очередь выражаем слова благодарности за их труд. Труд, который сегодня необходим для того, чтобы собрать урожай, тот, который выращен на гомельской земле. Да, есть определенные проблемы у нас, которые мы сегодня имеем в области производства зерна. Да, мы выходим на уровень больше уровня прошлого года. Будем иметь в этом определенные показатели и определенные выше производственные показатели, и тоже и валомосборы. Поэтому задача, которая стоит на следующий год, конечно, нарастить. И позиция сегодня бусполкома – это совершенствование системы земледелия, совершенствование системы севооборота. Это уже вопросы рассмотрены, и на сегодняшний день они требуют реализации. Люди у нас есть, потенциал у нас имеется, поэтому нужно просто его реализовать. Серьезное сподевание на кукурузу, але знову же смелые разлики в умовах изменливого настрою надворья робить рызыкова. Разом с тем, сёлета атрымалася повеличить площадь, отведенная под гэтую культуру. 100 тысяч гектаров супрать 60 летошних. При спрыяльных умовах с этой территории можно будет атрымать каля 500 000 тонн зерня. Марина Джалая, Валерий Гапанько, Лельшицкого района.